Наш телеканал АТВ, я Михалыч, представляем прогноз погоды на 30 августа. Всем полетим еще здравствуйте. По республике ночью без осадков, утром местами туман, днем возможны грозы с кратковременным дождем. Ветер переменный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 3, местами уже до минус 3, заморозки, днем 23 тепла. По центральным районам ночью плюс 8-13, днем 26 тепла. По южным районам ночью плюс 11, по юго-западу до плюс 6, днем еще 26 тепла. В нашей родимой столице без осадков. Ветер переменный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, максимальная днем еще 27 тепла. Атмосферное давление днем будет слабо падать. Ученик спрашивает учителя: если высоко поднялся и упал, что мне делать? Вставай и на следующий раз снова вставай. И сколько это может продолжаться, падать и вставать? Пока живешь, ответил учитель. Это был прогноз погоды. На первом альтернативном с вами был Михалыч. Всем самых добрых пожеланий.